Кстати, самая обсуждаемая тема сегодня среди ноябрьских воинов-интернационалистов – поиск пропавшей звезды. Найти ее никак не удается. Напомню, в середине мая с некогда боевой машины, а сегодня памятника всем ноябрьцам, которые воевали в Афганистане и других горячих точках, была украдена увеличенная копия ордена Красной Звезды, награды, которую вручают солдатам за боевые подвиги. На броневой машине, которая установлена на площади опаленной юности, деревянная звезда продержалась 2 года. Снег, ветер, дождь оказались ей не страшны. А вот против людского вандализма она не устояла. Сегодня воины-афганцы говорят о том, что если даже найти звезду не удастся, копию боевой награды они обязательно восстановят. В любом случае это будет. С какого материала? Ну, уже тоже надо выбирать, потому что если будет тонкий металл, при сварке его поведет, будут блики. Надо выбрать такой, чтобы он соответствовал и по сварочному, и по размерам. Мы будем, наверное, скорее всего, сажать его, приваривать, чтобы уже, как говорится, противовандальные методы уже как-то исчерпаны эти были.